Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как отличаются головки блока, чем, какие бывают комплектации у них и какие существуют головки блока для двигателей 42-16 Евро-3, Евро-4, Евро-нормы. Соответственно, головку блока начнем. Первая головка блока, которую установили под заводское ГБО, то есть она имеет префикс 20. У нее есть дополнительное отверстие, вот видно, которые предназначены под заводское ГБО, если у вас ГБО установлено прямо в головку блока. По комплектации у нее идет, соответственно, крепеж головки блока и прокладки вот такие вот. То есть все, что необходимо. Головка блока бензиновая, соответственно, это полностью идентичная. Комплектация такая же у нее, если это мы разговариваем о оригинальной головке УМЗ. Соответственно, у нее нет вот этих отверстий только. Также второй вид головки блока сейчас выпускает Заволжский моторный завод. Они выпускают пока только головку блока, которая предназначена под бензин. Вот знак ЗМЗ, соответственно, знак УМЗ. По комплектации идут более качественные уже прокладочка. И головки блока качественная прокладка, весь спектр прокладок. Соответственно, у нее тоже нет этих отверстий. Ее можно устанавливать, либо самому сверлить отверстие, либо устанавливать уже непосредственно на газ, который установлен в коллектор выпускной. Ну и, соответственно, завершает наш обзор головку блока Танаки. Она бывает двух видов, та, которая предназначена под заводское ГБО. Соответственно, но у нас сегодня на обзоре головка блока, которая в впускном коллекторе, если у вас газ. Обращаю ваше внимание, только Танаки дает качественную гарантию при эксплуатации на газу. Да, то есть у нее черные клапана, ее можно проверить магнитом, они не магнитятся. У заводских головок они магнитятся, здесь обычные клапана. И, соответственно, если посмотреть по качеству литья, по обработке плоскости, то есть качество обработки, это, наверное, сегодня самая лучшая головка, которая можно поставить на ваш автомобиль и действительно дать гарантию при эксплуатации на газу, потому что они действительно ездят, нет нареканий на них. Но при этом у нее нету в комплектации ни крепежа, ни прокладок, ничего нет. То есть это докупается отдельно. Либо вы можете заказать у нас, либо можете приобрести уже у себя непосредственно. Потому что все по-разному. Кто-то ставит под газ не паранитовую прокладку, а металлизированную прокладку, так называемый сэндвич, металл, паранит, металл. Кто-то устанавливает паранитовую прокладку, кто-то ставит паранитовую прокладку. Вот эта прокладка с герметиком, эта прокладка без герметика, еще дедушкина. Все по-разному, может быть даже и верно то, что Танаки не комплектует прокладками, которые некоторые не используют, а устанавливают более качественные прокладки. Головка блока на 42-16 на двигателе Евро-3, Евро-4, она не отличается, то есть они полностью взаимозаменяемые, отличаются только EvoTech, соответственно это Евро-5 и 42-15, но это уже карбюратор. На 402 двигатель эта головка не пойдет. Для 402 двигателя у нас есть своя головка. Нет смысла что-то менять. Все одинаковое, но немножко разные. То есть они не взаимозаменяемые детали. Еще один такой факт, который все спрашивают, нужно ли притирать клапана. На заводе, так же как и на Танаке, должен быть установлен седло металлокерамика. То есть не чугун, а металлокерамика. То есть если взять и попробовать пролить их соляркой, залить на ночь, они могут даже подпускать солярку. То есть по технологии сейчас клапан от того, что седло ставится металлокерамика, оно не притирается, а пристукивается. Если вы начнете притирать, вы сделаете еще хуже. Еще один факт, если вы приобретаете УМЗ головку, ее рекомендуется устанавливать только на сертифицированных станциях.
То есть вы сами ее не можете поставить. ZMZ более лояльно к этому относится. То есть если у вас какой-то дефект вызван, действительно нужно быть сертифицированную станцию. С Танаки еще проще. То есть если он действительно визуально виден дефект, хоть по 4216 я еще ни одного дефекта не встречали мы. Если он виден, компания идет навстречу, вы даже в своем городе, мы согласовываем, если это ремонт, ремонт, либо замену. И плюс, то есть только Танаки, головка, она непосредственно упакована в пенопласт. То есть для транспортировки, конечно, это огромный плюс. Но тем не менее, если вы заказываете в нашем интернет-магазине, вас не интересует сохранность, потому что мы все грузы страхуем, и вы не несете никаких рисков при порче груза транспортной компании. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, какие остались у вас вопросы по поводу головок. Делитесь также в комментариях, у кого сколько прошла какая головка блока, для того, чтобы наши подписчики делали правильный выбор и не меняли головки блока как перчатки. Все, до свидания.